Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Делай профессионально». Сегодня у нас 25 октября и 4:30. Как вы поняли, очередная бессонная ночь. И сегодня я топлю. У нас на ночь передавали плюс 1, а под утро минус 2. Примерно через часика-полтора. И я топлю. Как обычно, сначала растопил такими мелкими дровами, сухими, и потом уже доложил более крупными. Значит, начал я уже продавать перец. И думаю, что наступило время его уже полностью срывать. Значит, есть у нас первый и второй плод. Он покраснел и так далее, смотря какой куст. Короче, суть такая, что уже идут холода, днем уже не будет 15, 12, 10 градусов, а передают уже 6, 8, 4. Поэтому я принимаю решение, что думаю, на этой неделе, скорее всего, будем уже перец срывать. А там уже будем видеть, какой дозреет, дозреет, какой не дозреет, не дозреет. Ну вот так вот. Сегодня у меня задача протопить теплицу, чтобы она, чтобы перец не прихватился. Как видите, верхние листья уже подмерзли. И немного еще огрустим ему дал жизни. Поэтому, кто хочет пользоваться агростимом, знаете, что на ранних стадиях, когда вы хотите, чтобы еще перец ваш рос, куст, и наливались плоды, то большие дозы нельзя давать. Значит, минимальная доза 0,7 мл на 7 мл на 10 литров воды и так до 12 мл. Потому что если дадите сильную дозу, то сильно кусты, получается, листья получат жизнь. Ну, вот так вот. Хорошо. Значит, теплица у нас 10 на 60. Ну, я думаю, кто первый раз смотрит это видео, можно показать еще раз самое простое отопление, самое дешевое и очень практичное. Значит, у нас две бочки 200-литровых. Почему две? Потому что очень классно, когда здесь вот лежат дрова, полбочки, полметровые, и пламя по всей бочке. Получается, что в дымоход уже выходит у нас такой горячий воздух или немного пламя. А бывает так, что если короткая бочка, много наложили дров, сухих, то прям с дымохода идет огонь. Это серьезная проблема, особенно когда у меня там возле дымохода идет близко пленка. Значит, две бочки 200-литровых, как я сказал. Обязательно двери. Двери у меня 40 на 40. Всякие пенечки туда залазят. Все отлично заходит. И буквально, если на улице минус 1, я открываю на 3 пальца толщины. Сейчас, видите, меньше, чем 2. Сейчас у нас 0. И никакого подувала. Все себе работает. И дальше очень важно иметь хороший дымоход. Хороший дымоход — это 300 или 250. Значит, горизонталь низ. Так, низ 4 метра и вверх 4 метра. Немного труба идет неровно, а немного под наклоном, чтобы дым была тяга. Быстренько себе распалили и вперед за орденами. Ну вот так вот. Так, так. Конечно, ночные отопления — это еще та экзотика. Намного легче, если есть подушка, но ее нет. И в данном случае мы работаем без нее. Ну ничего. Так, что еще интересного рассказать? В принципе, цена на перец не очень радует, потому что еще есть на открытом грунте перец, и как бы запасы эти не кончились, но уже идут сильные холода,
постоянно приморозки, мороз, -1. Я думаю, что скоро наш перец, который с закрытого грунта, он все-таки будет иметь цену, и мы еще сможем по нормальной цене его скинуть и оптом, и часть в розницу. Ну вот так вот. Уже начал я выборку. Но еще есть зеленых. В этом году мы пользовались для набора цвета Агростеми Свит. Пока что я вижу хороший результат. Хороший результат. А там будет видно. Ждем, чтобы вот эти плоды тоже набрали цвет. Так. В этом году у нас была поздняя посадка, поэтому кусты такие, которые вы видите, не очень большие, но и на том хорошо. Есть маленькие перцы, есть большие, но в основном перец очень качественный. У нас Геркулес и Спрингбокс. Такой достойный своей цены. Вот видите, есть такие вот плоды. Так. Такие кустики. Так. Здесь у нас посадка 27-28 сантиметров одна от другой. Рассада. Так. Так, междурядие 50. Так, хорошо. На этом я закончил свое видео. Еще 3 часа дежурства и победим эту ночь холодную. И пойдем спать. А дальше работать с перцем и новое видео. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Если контент полезен, подписывайтесь на наш канал и делитесь своим мнением в комментариях.